Швея, столяр и растеневод. Лучшего по профессии определяют на этой неделе в Омске. Всероссийский конкурс проводит среди учащихся образовательных учреждений для детей с особенностями развития. Задания по теории и практике проводятся в разные дни в связи с психологическими особенностями участников. То, что они приехали на эти соревнования, для многих уже победа. Интеллектуальные нарушения могли бы стать непреодолимым препятствием для адаптации ребят в обществе, но благодаря специальным методикам они получают профессию, а в будущем и необходимое трудоустройство. Конкурс проводится в третий раз. Это площадка для обмена опытом, в том числе и международным. В Омске накоплен огромный опыт. Омск является такой передовой областью по этому направлению, по опыту трудоустройства таких детей. Мы под большим впечатлением от того энтузиазма, с которым русские коллеги относятся к детям. Их увлеченность позволяет детям достигнуть больших результатов.